дає нам можливість спілкуватися з нашим Небесним Батьком. Саме Христос дає нам вічне життя. Тому я знаходжу в Нього радість. Кто-то видит Леонида Алексеевича, то пригласите. Пожалуйста, сейчас возможность есть у вас задать вопросы или написать записку сюда, передать. Пожалуйста, если есть вопросы, это очень хорошо. Мы постараемся ответить на основании Писания. Если нет, это тоже хорошо. Мы будем продолжать нашу программу, потому что мы по расписанию где-то выровнялись уже. Вот. Хорошо, тогда музыкальная еще, музыкальная часть, пожалуйста. Благодарю Тебя, Господь, за хлеб. Благодарю Тебя, Господь, за соль. Благодарю Тебя, что вижу свет. Благодарю Тебя за подвиг Твой. Благодарение я приношу Тебе, Христос, благодарение. Ты обещал, не будет слез, благодарение. Тьма отступила далеко, благодарение. С Тобою мне всегда легко.
благодарю, что Сына в мир послал. Благодарю, что за грехи страдал. Благодарю, что спас в Его крови. Благодарю за дар святой любви. Благодарение я приношу Тебе, Христос. Благодарение Ты обещал, не будет слез. Благодарение тьма отступила далеко. Благодарение с Тобою мне всегда легко. Благодарю, что счастье мне даешь, что часто на руках меня несешь, чтоб не упасть мне на моем пути. Лишь за собой меня, мой Бог, веди. Благодарение я приношу Тебе, Христос, благодарение. Ты обещал, не будет слез. Благодарение тьма отступила далеко. Благодарение с Тобою мне всегда легко. Благодарение я приношу Тебе, Христос, благодарение. Ты обещал, не будет слез. Благодарение тьма отступила далеко. Благодарение с Тобою мне всегда легко. С Иисусом я желаю, и Ему служить хочу. Он создал меня, я знаю, я Ему принадлежу. Я Христа люблю всем сердцем, Он ответ, хранитель мой. Знаю, после жизни этой Он возьмет меня домой. Я хочу добро, я из Библии читаю, пастырь мой не любит зло. Я Христа люблю всем сердцем, Он обет, хранитель мой. Знаю, после жизни этой Он возьмет меня. Жить с Иисусом я желаю, Он мой щит, моя скала. С верой в сердце принимаю, что Голгофа мне дала. Я Христа люблю всем сердцем,
жизни этой Он возьмет меня домой. Посмотри на Иисуса, Он давно тебя зовет. Ты отдай Ему все сердце, пусть Он сам в тебе живет. Я Христа люблю всем сердцем, Он ответ, хранитель мой. Знаю, после жизни этой Он возьмет меня. Друзья, мы сейчас еще споем вместе пение, которое называется «Слава Богу за все даяния». Мы знаем, что Бог, Он достоин прославления. И не только мы должны Его прославлять в дни радости, в дни восхищений, но также и в дни скорбей, каких-то проблем. Мы также должны славить Бога, потому что должны помнить, что Он выводит из всяких проблем. Мы должны Ему доверяться и Его славить. Поэтому давайте вместе сейчас встанем и споем эту песню. Поступил один вопрос письменный, может быть, уже созрел вопрос и устный. Вот попросим Леонид Алексеевич ответить на этот вопрос. У нас есть буквально 10-15 минут на ответы. Друзья, настолько все сегодня ясно, что даже вопросов нет. Это хорошо. Или все не ясно? Обыкновенно вопросов нет, когда все ясно, или когда ничего не ясно. Но я благодарю Бога, я слушаю сегодня... Я вам скажу, с первой проповеди я был очень тронут, очень правильные мысли, глубокие, побуждающие на серьезные размышления и изучение темы дальше. Я благодарен Господу, знаете, меня пение радует. Сейчас группа давала нам тон, мы пели все вместе,
И это хорошо, когда молодежь единодушна в пении. Я думаю, вы и в вопросе будете единодушны. Вопрос очень, с одной стороны, простой, очень простой. А с другой стороны, это вопрос многих из вас. Конечно, анонимный, не подписан кто, но все равно мы ответим. Подскажите слова ободрения. Я учусь и работаю. Сложно успевать во всем. Интересные такой задачи поставили, да? Подсказать слова ободрения. Но я же не скажу, больше спите. Некогда спать, учиться надо. Друзья, в жизни очень часто у нас дают вопросы подобные. Как успеть? Работать надо, учиться надо. И знаете, я тоже переживал подобные вещи. Я учился в училище железнодорожном после 9 класса, а потом мне пришла мысль, почему бы не закончить за разумную школу вечернюю. Надо же было заканчивать все равно. Попросился, меня на втором году учебы в училище взяли днем в училище, вечером в вечерней школе, и я договорился за 2 класса, за 10 и 11 я все подготовлю, сдам экзамены и закончу то и другое, будут 2 диплома, и не будут меня больше мучить вечерними школами. И в собрание хотелось, и Библии почитать нужно. Целый день там учишься, потом там учишься. И надо знать, экзамены будешь сдавать за 2 года, даже за год, который не учился. Я это переживал. И потом в жизни очень много и очень часто таких накладок, когда ты чувствуешь, что нет сил. Ну как его успеть? Все. Друзья, я скажу правду, никогда всего не успеете. Никогда. Есть один принцип такой, и это пусть будет словом ободрения. Первый псалом, вы помните все, да? Даже на память помните. И в первом псалме там есть ответ. Смотрите, какой простой ответ. Ну, первое, где не нужно бывать. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, то есть в интернете не сидит. Но в законе Господа воля его. Слушайте, вот тут ответ. Но в законе Господа воля его. О законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Такой в очки не взял. Это такой простой ответ. И во всем, что он не делает, успеет. И вся причина в том, что действительно нужно от этого мира отходить. Одно дело работа, а другое дело, знаете, мир. Допустим, как успевать увидеть, какие ногти грешницы носят, как красят вот что, какие моды, все это успеть надо. Оставьте главное, аккуратное, христианское, чтобы было. Это первое. И не стоять, не ходить, не сидеть в собрании развратителей. Все то, что развращает добрые нравы, там нас быть не должно. Если хотите что-нибудь успеть и нормально потом финишировать в жизни. Почему, друзья? Потому что написано, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Какие бы они ни были,
Раньше это было коллективы разные, там, знаете, где-то посидели, побыли, погуляли с кем-то. А сейчас это через мобилку, в интернете, недаром названы всемирные сети. Очень многие запутались и хотят все успеть в жизни. И Богу, и на небо попасть, и там не отстать. Поэтому первый принцип, псалтырь говорит, что нужно не ходить, не сидеть, не стоять подальше. И второй принцип – в законе Господа воля Его. Друзья, воля – это желание. Закон Господа – это Его воля. Ее нужно знать. Послание римлянам, 12 глава, практическая часть. Реальная практическая часть. Поверьте, я тоже был молодым, был руководителем молодежи, был подростком, был старшим, всяких, все возраста прошел. До этого времени дошел, что голова белая. Был. И знаю поиски, знаю все эти желания. Друзья, поверьте, что в жизни очень многое, если вы будете ставить земное, не осуществится. Мой сослуживец в армии говорил, приду с армии, не женюсь, пока машину не куплю. Вот у него такая цель. Я не знаю, женился он или нет. Или машину купил. Ну, так он такую цель поставил себе. Друзья, цель должна быть достойна. Вы, молодежь, имеете громадное преимущество. Вы знаете Бога. Вы знаете цель. Мы верим в то, что жизнь со смертью не заканчивается. Что будет ответственность, будет обязательно встреча с Богом. И если мы в церкви, в теле Христовом, то мы обязательно будем там, на том браке, где будет Агнец и жена его, которая приготовила себя. Невесты знают, как готовить. Не только платье, и борщ учиться варить, и в квартире убирать. Все нужно, что потом пригодится, надо готовиться. К небу надо готовиться. И надо поставить цель. То у меня главное. И если вы выбрали главное Бога, даже не служение Богу, некоторое служение Богу, это неправильно. Самое главное – выбрать Бога. Друзья, когда Господь – моя цель. Колоссянам 3 глава, 1 стих. Помните, чем начинается? Молодец, у вас память лучше, чем у меня, старика. Колоссянам 3 глава, 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Вы думаете, это старикам сказано? Старикам бывает уже настолько память плохая, что мыслите. Об аптеках только приходится. Поэтому это для молодых сказано. Если вы воскресли со Христом, ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Давид пишет, но в законе Господа воля Его. Вот в Римлянам и написано, 12 глава, практическая, 1 стих и 2. Это практика, это не просто так для проповедников написано, чтобы было о чем проповедовать. Итак, братья, умоляю вас милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим. Обратите внимание, не сообразуйтесь, не соединяйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. И вот эти два стиха – это ключ к пониманию в жизни христианина практической вообще. Вы можете записать, выучить и молитесь, чтобы Бог вам их открыл. Предоставить, не сообразоваться и познавать волю Божию. Не только на брак, не только на то, где жить, ехать в Америку или не ехать.
познавать волю Божию, друзья, на каждое мгновение жизни. И поэтому Давид пишет в законе Господа, воля его, в законе его размышляет он день и ночь. Проснулся ночью и размышляет. Проснулся утром. Вот проверьте себя. Если вы Господа любите, вы просыпаетесь, у вас первые мысли об Иисусе Христе, вы его любите. Или о чем? Где моя расческа? Ну, о чем? Вот проверьте, это одно из сильных таких для проверки себя. Проснулся, какие первые мысли? Известный основатель сиротских приютов Георг Мюллер писал в дневнике, и все знали, только проснулся, сползает еще сонный, и сразу на колени, и сразу молитва. А потом встает, одевается, идет дальше. Начинает с Бога. Это ключ к успеху. В законе Его воли Его. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. И работа, и учеба. Бог благословит, Бог даст память, Бог поможет. Есть Бог. Это принцип Нагорной проповеди. Христос сказал, Нагорная проповедь, 6, Матфея, 6 глава, 33 стих. Итак, ищите прежде всего, прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Вот научитесь прежде, научитесь главной цели. Я помню, брат Виталий рассказывал у нас на первой встрече, как фермер учил молодого тракториста. Километровое расстояние, надо борозду трактором провести. Ровную борозду. Получится первая ровная, все будут ровные. И он сказал, вот там цель. Поставь себе цель в конце. И смотри все время на ту цель. И едешь не туда под ноги, а туда на цель смотри. И он будет ехать в ту сторону. Если на цель дальнюю смотришь, борозда будет правильная. Проехал тракторист, борозда кривая. А что ж за цель у тебя? Да на корову смотрел. Она же не стояла на месте, пока ты ехал. Земные цели они уводят, они кривыми пути наши делают. Надо цель надежную. Иисус Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь. Иисус Христос незыблем, верен Бог, только Христос. Сегодня, как бы с Него не смеялись, не пренебрегали, как бы Его не плевали на Него, когда распинали, как бы Израиль не отверг Его, Христос придет и будет судить этот мир. Он будет агнцем, стоящим рядом с своей невестой, с женой, церковью, с вами. Поэтому, друзья, успеть все, нужно поставить цель, достигать ее, а для этого Слово Божие. Любите Господа, и вы будете читать Его письмо с удовольствием, Библию, с удовольствием. Здесь есть братья, которые влюбились в кого-нибудь, в какую-нибудь сестричку. Если она написала послание, письмо, сразу в первую очередь читают. Или потом, вечерком, днем некогда читать. Послание прислала. Друзья, человек, который любит, любимого ставит на первое место. Если мы любим Господа, друзья, на первом месте Господь, тогда мы сможем любить ближних, тогда мы людей сможем любить, жить для людей, успевать будем все. Вот это слова ободрения. Любите Господа, и тогда вы скажете, как апостол Павел филиппийцам, «Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». Филиппийцам 4:13, кажется, да? «Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». Вот весь ответ. Спасибо. Вы были внимательны. Можно мне идти? А?
Что, братья и сестры, мы проделали большой путь, да, уже время наше неумолимо бежит к окончанию нашей конференции. И если мы были внимательны, я думаю, Господь много сегодня говорил к нам. И здесь, в кафедре, когда братья проповедовали, и, наверное, на семинарах тоже. Я напомню о том, что первый брат говорил о результате, о последствиях греха. Что грех внес в жизнь людей не только проблемы и страдания, но также стыд. Человек утратил ту внутреннюю гармонию, которую Бог предусмотрел для него. И исправить это можно только во Христе. Христос своей благодатью, Он закрывает вот этот стыд. Христос помогает нам измениться, стать новым человеком. И именно Слово Божие открывает нам вот эту большую нужду в изменении, в преобразовании и большую нужду в Иисусе Христе. Второй брат говорил о том, что нам необходимо уже верующим, покаявшимся, нам необходимо продолжать этот путь очищения, путь освящения. Святой Бог не может пребывать в нечистом храме. На семинарах вы слышали разные стороны, которые касаются нашей духовной жизни, да, истории церкви. Церковь реформировалась. И одно из таких важных достижений реформации – это то, что через реформацию стало возможным простому человеку читать Библию. И там, где к Библии относились серьезно, там, где люди увидели, что нужно к слову относиться серьезно, нужно жизнь свою строить так, как хочет Бог, Бог благословлял и отдельных людей, Бог благословлял страны, и мы видим результаты этого по сегодняшний день. Вы слышали о принципах, какие мы должны учитывать в музыкальном служении, какую музыку слушать, какую не слушать, что прославляет Бога, а что не прославляет Бога. Вы слышали также семинар, некоторые из вас, не знаю, сколько на каких семинарах были, об обновлении мышления. Господь хочет, чтобы наш разум, он был направлен Духом Святым и Писанием, чтобы мы правильно мыслили, чтобы мы правильно достигали тех целей, которые ставит Господь. Также был семинар, который посвящен отношениям до брака. И как выяснилось, это был самый популярный семинар. Просто не хватило даже места в классе, поэтому нам пришлось в срочном порядке менять место, где будет проходить семинар. Друзья, после покаяния – это самый важный вопрос. И это хорошо, что есть интерес, но очень важно, чтобы Бог в этом вопросе нам помог. Сегодня, к сожалению, в мире огромный процент разводов. Запорожье по Украине занимает одно из лидирующих мест. К сожалению, сейчас есть случаи, когда даже в церкви верующие, христиане, члены церкви, когда они не могут вместе жить. Это печально, это неправильно. Поэтому важно, чтобы к этому вопросу с молодого возраста подходить правильно, подходить так, как учит Слово Божье. Итак, тема, которую я вместе с вами в заключении хотел немножко рассмотреть, обсудить, это авторитеты, выбор авторитетов. Друзья, у каждого из нас есть те люди, которым бы мы хотели подражать. Я вспоминаю, как один преподаватель у нас в колледже, он обращался к студентам, к молодежи, и один из студентов, он не выдержал и так сказал: «Я хочу быть как он». Наверняка в вашей жизни есть люди, которых вы уважаете. И Писание уделяет внимание этому вопросу. Мы с вами так устроены, что нам не только нужно строить отношения с Богом, не только нужно иметь правильное отношение с Богом, но нам нужен хороший пример для подражания. И вы знаете, братья и сестры, пока мы молоды, у нас недостаточно опыта, да и когда мы становимся постарше, у нас достаточно уже опыта, то не всегда мы видим правильные авторитеты, правильные примеры для подражания. К сожалению, не всегда молодые люди и также люди постарше, они могут выбрать для себя, кому подражать, на кого я хочу быть похож. Слово «авторитет», оно, вот если посмотреть в словаре, да, то это особое качество человека, когда его уважают за то, что он чего-то достиг, имеет какие-то знания, какой-то опыт, имеет влияние на других. И это нормально, когда в жизни человека есть авторитет, есть авторитетные люди. Прекрасно, когда родители пользуются авторитетом. Когда слово «родителей» для молодых людей, оно очень весомо, очень важно. Обычно Бог благословляет таких людей. Обычно Бог использует вот это уважение к родителям, Бог использует, чтобы потом показать молодому человеку правильное решение, правильно повести его по жизни. Братья и сестры, хорошо, когда есть авторитет в церкви, когда братья и сестры
прислушиваются к совету служителя. Когда особенно молодежь, решая какой-то вопрос, идет и спрашивает совета. Вы знаете, в свое время, вот когда я только встал на путь следования за Христом, и у меня был один очень серьезный вопрос. Я искал ответ на этот вопрос в Священном Писании, но я также пошел и поговорил с служителем, пошел поговорил с пресвитером. Я открыл как бы в какой-то степени свою душу, доверился и сказал, какой вопрос меня волнует и как правильно этот вопрос решать. Я сказал о тех сомнениях, которые у меня были. И я не жалею об этом. По сегодняшний день я получил, знаю, что я получил правильный совет. И то решение, которое я принял, оно было правильное. Бог использовал вот этот совет этого человека. Поэтому как важно выбирать правильные авторитеты, как важно выбирать людей, которым мы можем подражать. Знаете, сегодня, если так сделать опрос молодежи, да, то авторитетом являются обычно люди, которые достигли каких-то результатов в спорте, музыке, в бизнесе, в обществе, в политике. Зачастую пользуются авторитетом люди, которые имеют высокий какой-то материальный такой уровень, да, положение, достойное в обществе. Но, к сожалению, не берется в расчет то, каким способом человек этого достиг. Что человек заплатил за то, чтобы занять вот это положение. Я вспоминаю слова одного человека, который достиг такого достаточно высокого материального положения в нашем городе. И мы были знакомы с ним, мы с ним общались. И он говорит, правильно ты сделал, что ты стал верующим. Я вспоминаю еще одну встречу, когда пресвитера встречались с одним человеком, неверующим, занимающим высокое положение в городе. И вот этот человек, он сказал верующему, одному из этой группы, он говорит, правильно, что ты пошел в церковь. И вот в этих словах, знаете, звучало такое, немножко такая доля огорчения, что я, наверное, неправильно сделал. Я ставил какие-то цели, я к чему-то стремился, но в достижении этих целей я что-то утратил, что-то вот потерял. Поэтому выбор авторитетов. Я хочу рассмотреть, четыре такие места из Библии, которые говорят о выборе авторитетов, о выборе того, кому и как нам подражать. Мы находим это в посланиях, и это относится к разным сферам жизни. Но так или иначе, это касается вопроса подражания. Вы посмотрите, первое место мы прочитаем из послания, первого послания Фессалоникийцам. И вот здесь в первом послании, в первой главе, 6 стих, здесь так говорит Господь. 1 Фессалоникийцам 1:6. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Вы помните, как апостол Павел организовал церковь в Фессалониках? До этого у него были серьезные трудности. В Филиппах их избили, бросили в тюрьму. Апостол Павел там во время своего первого миссионерского путешествия едва не умер. Но все-таки они пришли в Фессалонику, они проповедовали. И вот когда люди в Фессалонике слушали свидетельство Павла, когда они слушали Евангелие, они поняли, вот это то, что нам нужно. Конечно, не все, но многие из них. И они приняли Христа, они покаялись. И вот здесь в первой главе написано, что вы отложили идола, что вы отложили, обратились к Богу, оставили вот идолопоклонство, этот образ жизни, и стали подражателями нам. Они не просто уверовали в Иисуса Христа. Они полюбили апостола Павла за что? За его преданность, за его любовь, за его посвященность. И за то, что они в Павле видели Христа. И говорит, вы сделались подражателем нам и Господу. Друзья, как хорошо, если в вашей церкви, откуда вы приехали, есть посвященные служители, братья и сестры, которым вы можете подражать, с которых вы можете брать пример. Вы видите, что они сталкиваются с трудностями, с проблемами, но они не отчаиваются, они продолжают служить Богу. Возможно, в их жизни есть какие-то особо тяжелые обстоятельства, но они любят Христа, и они продолжают Ему служить. И вот Павла особо это радовало, что он видел, смотрел на их жизнь, то, что он слышал, то, что он наблюдал, он видел, что они полюбили Господа, жизнь их изменилась. И он дальше говорит, что вы даже сами стали образцом, они стали примером для других. Посмотрите еще одно место Священного Писания в послании к Коринфянам.
Это немножко позже Павел писал, во время третьего миссионерского путешествия, когда уже он целый ряд церквей организовал. И вот 1 Коринфянам, 4 глава, 16 стих, здесь тоже говорится о подражании. 1 Коринфянам, 4:16. «Поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Вот здесь немножко выше апостол Павел говорит, что для меня не так важно, что вы обо мне думаете. Апостол Павел знал, что в этой церкви в Коринфе много проблем. И многие его не уважали, многие его унижали. Но Павел знал, что пред Богом он чист, пред Богом он поступает правильно. Он говорит, что мы стараемся быть верны Богу, мы стараемся поступать по Слову Божьему. Мы это искренне делаем. И потом он говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Братья и сестры, однажды проповедник Муди, Дуайт Муди, известный проповедник в Америке, который имел такие служения евангелизационные, он был один из первых евангелистов, который говорил о любви Божьей, о том, что Бог гневается на грех и грешника, но любит грешника и хочет спасти. И вот однажды, когда он проповедовал большой группе людей, после собрания подошел один человек и сказал, «Мистер Муди, в вашей проповеди я насчитал 11 ошибок». Он говорит, «Большое спасибо, что вы увидели мои ошибки. Я использую все свои знания грамматики, какие я имею для проповеди Евангелия. А как вы используете ваши знания для проповеди Евангелия?» Друзья, конечно, мы можем делать ошибки. Апостол Павел, он не говорит, что он не делал ошибок. Но христиане видели его любовь к Господу, они видели его преданность, его послушание. И поэтому он говорит, подражайте в этом мне, как я подражаю Христу. То есть пусть Христос будет для вас примером. И апостол Павел, он не боялся сказать, чтобы подражали ему. Несколько мест мы находим тоже о подражании из тюремных посланий Павла, из посланий к Ефесянам, посланий филиппийцам. Сегодня уже некоторые стихи звучали, я хочу еще раз напомнить. Друзья, но обратите внимание, что апостол Павел в послании филиппийцам, он не говорит, что он всего достиг, он не говорит, что он уже совершенная личность, нет. Он говорит, братья, я себя не почитаю достигшим, а я только в пути, я стремлюсь. Я следую за Христом, я стремлюсь к Христу. Посмотрите, в послании филиппийцам, 3 глава, 13 стих, он говорит, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Впрочем, чего мы достигли, так и должны мыслить и так поступать. Подражайте, братья, мне, смотрите на тех, которые поступают по примеру, какой имеете в нас. Подражайте мне, подражайте тому примеру, какой вы видите в нас. Друзья, можем ли мы так сказать о себе? Даст ли Бог нам такое дерзновение? Как бы хотелось, чтобы действительно, следуя за Господом, мы могли показывать примеры другим, как нужно следовать за Христом. И вот эта жизнь со Христом, она удивительная жизнь, действительно жизнь насыщенная, жизнь прекрасная. Поэтому Павел так говорил, так рассуждал. И о некоторых он говорил со слезами, что они так не поступают. И поэтому он говорил, смотрите, кому вы будете подражать, за кем вы будете следовать. Друзья, мы живем с вами время сложное, время последнее. Об этом времени много говорится в Священном Писании. Об этом последнем времени есть множество предупреждений, предостережений. И одно из предостережений – это о том, что это будет время, когда люди будут любить себя, когда люди не будут думать о Господе. Верующие люди, знающие о Боге, но они забудут Господа. И поэтому Господь говорит, что найдите себе тех, кто действительно любит Господа, имейте общение с ними и подражайте им в их преданности. Не повторяйте, возможно, их ошибок, но подражайте тому, как они хотят служить Христу. Друзья, вы знаете, интересно, что сейчас в наше время очень много есть информации, очень много есть исторических справочных материалов, касающихся церкви. Да, вот и сегодня вы слышали тоже исторический доклад многих из вас. И я думаю, мы можем брать пример не только из тех людей, с кем мы живем сейчас. Мы можем брать пример из тех
исторических персонажей, из людей, которые жили раньше в церкви, жили перед нами 10, 15, 20, 100 лет назад или 500 лет назад, и мы можем учиться тому хорошему, ценному, в чем они подражали Христу. Мы можем брать пример самого Иисуса Христа, как здесь пишет послание к Ефесянам апостол Павел, говорит: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные, живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение жертву Богу». Поэтому пусть Господь поможет нам в нашей жизни выбрать правильные авторитеты. Как бы хотелось, братья и сестры, чтобы для вас авторитетом был Господь, Его Слово, чтобы для вас авторитетом были те служители, братья, которые поставлены у вас в ваших церквях. Может быть, это большая церковь или маленькая, но, возможно, именно через вашего служителя Господь хочет вас направить, хочет изменить, реформировать и ваше сердце. Это так необходимо сегодня, это так важно сегодня. Пусть Бог поможет нам в этом каждому. Сейчас я предлагаю, чтобы мы эту часть закончили молитвой, да, потом еще будет несколько объявлений. Вот мы немножко раньше вас отпустим. Но пусть те слова, которые сегодня вы слышали, пусть они найдут отклик в ваших сердцах. Я предлагаю, чтобы сейчас мы встали, и, вот, пожалуйста, кто желает, можно помолиться, и потом я буду молиться в конце. Милосердный Господь, мы сердечно благодарны за Твою великую любовь. Мы благодарны, что Ты предусмотрел спасение для каждого из нас в Иисусе Христе. Мы благодарны за те небеса, которые Ты приготовил для церкви, для своих детей. Мы благодарны за тот путь, который Ты указываешь через Слово Твое туда, в небеса. И мы молим и просим, чтобы каждому из нас Ты помог идти по Твоему пути, чтобы каждому из нас Ты помог иметь правильное отношение с Тобой. Господи, мы хотим изменяться, мы хотим, чтобы менялось наше мышление, наше сердце. Господи, мы хотим иметь общение с теми людьми, которые будут помогать нам возрастать во Христе. И мы просим, благослови. Благослови, помоги каждому из нас в следовании за Тобой. Господи, помоги, чтобы наша жизнь, она была не напрасна, не впустую, чтобы каждый из нас мог сделать, исполнить на земле то, что Ты предусмотрел для нас, Господь. Благослови. Я прошу и молю Тебя, помоги братьям, сестрам в их возрасте полностью довериться Тебе, исполнять Твою волю, Господи, чтобы благословения Твои в полной мере излились и на их жизнь. Благодарим Тебя за это общение, за это время, когда мы могли видеть друг друга, вместе Тебя прославлять. Господи, мы просим, благослови и дальнейшее молодежное служение, молодежь в наших церквях. Пусть во всем будешь прославлен Ты, наш великий Бог. Аминь. Братья и сестры, несите приветствие вашей церкви, передавайте приветствие братьям и сестрам в церквях. Молитесь о молодежном служении. Когда мы готовили эту конференцию, у нас были определенные, ну, знаете, опасения. Вот. Но мы видим, что Бог благословляет, и Господь хочет использовать вас, чтобы это служение молодежное развивалось.